60-летию живописца в Белгородском художественном музее открылась юбилейная выставка Владимира Желобка «Умиротворенная классическая живопись». В экспозиции представлены городские и деревенские пейзажи, многим из нас знакомые уголки природы родного края. Но, пожалуй, одна из самых запоминающихся работ – «Великорецкий крестный ход». Она наиболее дорога и самому автору. Участие в этом событии особенно тронуло сердце. Спустя время эти впечатления вылились в живописное полотно. Сам замысел 3 года я вынашивал, делал варианты массу, несколько написал холстов совсем других, потом пришел к этому варианту, и так он успешно прошел все всероссийские выставки, много, в общем, набрал. Ну, а потом приобрел музей эту работу. Я рад, что она осталась именно в Белгороде. Владимир Желобок – один из тех, в ком удивительно гармонично сочетаются талант и скромность. Он никогда не ищет и не ждет вдохновения. Живопись для него – это и есть сама жизнь. Именно в этом секрет удивительной гармонии, искренности его работ. Увидеть их сможете и вы. Выставка картин белгородского художника продлится до 5 июня.